А вот еще одно задание. Мне не хватает 320 купонов, ребят. Какая беда, какая беда. Слабый голос. Голова такая тяжелая и кружится. Мне точно недолго осталось. Лечь Лейд. Находится он, кстати, если что, вот здесь, на этом месте. Вот этот телепорт используем и прямо рядом оказываемся. Поехали. С этими желто-зелеными камнями наверняка что-то не так. Ох, кажется, они меня погубят. Ты в порядке? Но рано или поздно все мы будем в полном порядке. Но, похоже, я буду в полном порядке раньше других. Ну и хорошо, пока. Нет. Если он так говорит, это вовсе не значит, что он на самом деле в порядке. Нет, со мной правда все хорошо. А если это и не так, то все равно уже поздно. Так с тобой все нормально или нет? У Паймон тоже голова от тебя кругом. Выражайся яснее. Если выразиться яснее, то когда я прихожу на производственный участок, у меня голова начинает раскалываться от боли. Цепенеют руки и ноги, а сердце так и колотится. Мне конец, понятно вам, мне конец. И все из-за этих желто-зеленых камней, этих проклятых камней, вам наверняка известно о Центральной лаборатории исследовательского института Фонтейна. Во всем виноваты эти камни. Это они все испортили. Сходи к врачу. Я сам врач, не надо меня лечить. Ах, точно, я уже никакой не врач. У меня больше нет лицензии, и я не могу ставить диагнозы. Прошу вас, найдите настоящего врача, врача с лицензией, спасите меня. Кажется, он действительно серьезно болен. Макс, типа, обратимся к кому-нибудь доктору. А где мне взять доктора? Сцены жизни в крепости Миропит Палиатив. Если вы понимаете, о чем я. Это все задания, связанные с игрой Монополию, ребят. Не забываем этого. Важный момент. Это мини-задание. Так, это с ним надо поговорить? У вас ведь проблемы или у кого-то другого проблемы? Судя по вашим румяным лицам, проблемы все-таки у кого-то другого. Верно. Вы рассказали о проблеме Лечлейда. Снова он, да все та же напасть. Его можно вылечить? Вы про его головную боль или маниакальный психоз? То есть он вовсе не болен? Основываясь на результатах анализов, нет. Говорят, что когда-то он был врачом, он как-то поставил неверный диагноз, посмотрел на ранние симптомы и в итоге пациент скончался. Может быть, именно поэтому он там стал таким немнительным. А он такой и по отношению к другим, и уж, конечно, по отношению к самому себе. То есть с желто-зелеными камнями все в порядке. Кроме него, все остальные живы и здоровы. И все же нельзя ставить его вот так оставить. Передайте ему вот это. Это чистейшая вода, а ему еще точно можно? Так вы знаете, что это. Ничего страшного, она безвредная для его здоровья и поможет его психике. Он не узнает? Насколько мне известны эти напитки, он предпочитает держать на почтительном расстоянии. Но я уже давала. Почему давала? Ты же мужчина. Ему их прежде сказав, что это укрепляющее здоровье средство, и он действительно воспринял после приема. Воспрял после приема. Хорошо, тогда мы отнесем ему это. Если и это не поможет, то скажите ему, чтобы лег в лазарет. Скажите, что это предписание врача, и он послушается. Хорошо, идем к нему. Какие-то чудеса творятся. Он, она... Мы вернулись, врач сказал дать тебе это. Лачлейд забирает у вас чистейшую воду, выпивает залпом, видимо. Мне лучше, ко мне возвращаются силы. Тебе уже стало лучше? Не слишком ли быстро? Вот что значит врач с лицензией. Доктор Ардерн сразу смог подобрать подходящее лечение. Не то, что я. А что насчет этих желто-зеленых камней? Очень подозрительно. Кажется, головную боль мы вылечили, но не решили другую проблему. Я могу вернуться к работе. Спасибо вам за все ваши хлопоты. Возьмите эти купоны. Всего хорошего. Здоровья вам. О, подождите. Интересно, что там с Кэрпиллером и с Кэтерпиллером. Да, мы опять возвращаемся в игру в Наполию. Мне прекрасно. Мне очень нравится получать за каждое такое мини-задание исток. По сути, мы ничего не делаем. Но да, не забываем, ребят, подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимайте на колокольчик. Всегда смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки которых вы найдете в описании к этому видео. А мы возвращаемся к основному сюжетному заданию.